В рамках реализации партийных проектов «Чистая страна» и «Детский спорт» председатель фракции «Единая Россия» в Совете депутатов округа Вячеслав Киреев оперативно отработал обращение директора Ликинской школы Ирины Подхватилиной. Вместе с партийными активистами парламентарий изготовил и установил на территории образовательного учреждения велопарковку на 20 велосипедов. Все больше жителей в теплое время года пересаживается с автомобильного транспорта на двухколесный. Поэтому Одинцовское местное отделение «Единой России» видит своей задачей помочь в развитии городской инфраструктуры, отметил Вячеслав Киреев.